Продолжаем выпуск коротким обзором новостей. Говорим о поездках клинских школьников во Францию, о музыкальном вечере в Майдановском парке, а начнем с информации об общегородском дне донора. Сегодня с 9 утра на станции переливания крови работала областная выездная бригада. 24 донора пополнили банк крови почти на 7 литров. Также все желающие могут присоединиться к акции по сбору жизненно важного биоматериала каждый вторник и четверг. Справки по телефону 720021. Клинские школьники вернулись из французского Орли. В прошлом году к нам приезжала делегация из этого города-побратима. Среди французских ребят были спортсмены, танцоры и музыканты. На этот раз в Орли с ответным визитом ездили 10 юных клинчан. Все они жили во французских семьях. Философский рок в Майдановском парке. В эту субботу музыкальный вечер собрал особого зрителя – любителей тяжелой музыки и поклонников отечественного рока. Выступала группа «Прилив». В следующую субботу рок-тусовка в Майданово продолжится. Начало в 17 часов.